Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, код дружбы все увидели, записали, вновь прибывшие, добавляемся в друзья, не стесняемся. Так, что у нас тут происходит, давайте заглянем к нашему Анубису. Я за это время качнул ему все стихии на 6 левел. Так, где это у нас его удары находятся? Вот, великое благословение выбрал. Позволяет союзнику наносить на 60% больше урона и получать на 80% больше ОЗ, очков здоровья в смысле, в течение 3 ходов. А в том второй вариант был тоже неплохой, по-моему, на 50% больше урона получают все противники, и, но на один ход. Ну, то есть, тех же самых 3 удара, но там, по-моему, ОЗ меньше, чуть-чуть меньше характеристики на всех троих драконов. Но это, по-моему, ух ты, прикольно, смотрите, можно их открывать и открывать. А чем оно отличается? Ну, это же одно и то же. Два раза можно открыть, забавно. И здесь выбрал пугающее безмолвие. Но здесь вообще вариантов не было. Наносит урон в течение 2 ходов. И шанс не дать соперникам исполнить навык. Ну, вот это вот я взял. Так, а ну-ка, подождите. Тут 2 разных варианта было. А здесь? Позволяет союзнику на 3 хода. А здесь одно и то же. Здесь должно быть второй вариант. Глючок. Маленький глючок попался у нас. Итак, сейчас оно без 30 левела, как вы видите. Ну и 2 стихии. Третью я не открывал. Третью открыть стоит 99 кристаллов. Они у меня есть. Но мы все-таки получим Ра. И я вкачнусь именно в дракона. В дракона Ра. Так, ну и тогда переходим мы к нашему, к нашей золотой пирамиде. Вот я нахожусь на последнем этапе. Еще целых три дня. Я тут специально подоходил, до несколько путей прошел, но сундуки не открывал. Сейчас откроем их вместе с вами. Вот это наш первый сундук. У нас тут битва, ну здесь все отлично. Божественные стихии у нас ни одной нет. Срочно нужно качать. Но у нас еще 12 миллионов еды, ребята. То есть мы сразу дракона раз можем нормально так качнуть. Не знаю там, насколько хватит 12 миллионов еды, не смотрел. Но так нормально, уровень на 40-й сходу. Так, это есть. Ух ты, 1200 сундук здесь стоил. Так, теперь следующая остановка у нас вот здесь. Кстати, вот божественный. Опа, смотрите, 2 противника, правда, 47 левел и 30. Печалька. Нас порвет. Сейчас как тузик тряпка. Ну, какой атакой будут атаковать? Никакой не будет атаковать. Это вот у нас что, Тор? Молот Тора только на хвосте. Вообще неощутимо, но эффект божественного удара мне нравится. Так как будто бы молнии Тора с небес спускаются и по шарабану дают. А, у нас еще здесь битва. Так, ух ты, прикольные дракончики. Сет. Вот это Ра, да, змея. Это. Нет, это не Ра. Забыл, как зовут эту змею, но тоже неплохой дракончик. Один вот этот зеленый здесь какой-то. А, не, он тоже легендарный. Ничего себе, легендарный. Божественный и, вот, и, змею, и змеючка. Хорошо. Разбросали всех. Так, давайте уже сундук открывать. Еще кусочек. И куда, а куда я еще ходил? По-моему, у меня еще один должен быть сундук. На примете. А, ну, вот сюда можно прогуляться, да? Надеюсь. А почему я пошел сюда? Блин. Потратил лишние осколочки, ребята. 400 жучков, точнее, лишних спалил. Обидно. Обидно. Ну, ладно. Я думаю, у нас все равно у нас хватит. Всего у нас должно хватить. Отлично, здесь у нас есть и Архангел, вообще здесь вся моя сильнейшая свора. Так, крестоносец, по-моему, это был у нас. Это у нас какая-то рыбка. Кстати, есть какой-то китайский трешовый фильм. И там вот такая вот рыбка тоже была, большая. И здесь те же условия. Ух ты, такой монумент инков какой-то. Так, а какого ты уровня, что ты выжил? 48-го.
Неплохо, выдержали два удара. Так, ну все. Глаза твои стеклянные. Попрощайся с ними. И еще осколочек. Так. Где у нас вообще тут сундуки пооставались-то? Так, ну вот сюда мне осталось пройти, да? Два сундука осталось. Ну, это экономит нам аж целых там 100 с чем-то очков. Но мы, конечно же, сэкономим. Так, это тоже у нас. Да, божественный дракон. Ух ты. Это этот знахарь какой-то или лекарь. Так, остался один. Классный дракончик. Божественный. Хотя, подождите. Это я почему-то думал, что ура, стихия будут тени и света. Может я и Анубиса буду качать. Так, дракон Сумо. Протос. А в конце Энд. Дракон Энд. Скажите, что вы еще меня прикандычите. Давайте возьмем гнев дракона. Так, вообще я их смогу тут сейчас поубивать? А они еще и выжили, вот это да. Что-то гнев дракона плохо сработал. Ну ладно. Мы... целых 29 минут придется подождать. Ладно. Ладно, подождем, все равно у нас очки закончились. Закончились очки. Интересно, а какие здесь будут условия по битвам? Ага. Что-то как кажется, что будет совсем непросто получить, да, вдруг здесь надо много-много-много тысяч. И сундуки по 1200 открывать. Но я думаю, все-таки проблем нет. Почти 3 дня осталось. Так, что-то у нас появилось здесь. Соберите как можно больше еды. Ну, такое, думаю, нам это не надо. Дальше. Выводить драконов мы, конечно же, будем участвовать. Ну и хатхар. Так, я сюда. Дракошкара. Окей. Так, а, вот у нас четвер... скоро в четвертой главе. Вот будет вот этот наш дракон, с которым мы только что сражались. Хорошо. Он тоже божественный, как мы знаем. Исида. Ну, Исиду тоже. Так, а это мы сейчас за Исиду сражаемся, да? За Исиду, да, Ара у нас пазловый. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте тогда заглянем на карту. Видите, 12,4 миллиона у меня сейчас еды. Так, собрать еду через полтора часа. Так, ну и здесь нужно нам что сделать? Кстати, карта открылась. Не знаю, каким-то образом она открылась. Может, кто-то из клана прошел сюда, потому что я как бы не мог открыть. У меня же был здесь везде туман, как вы помните. Ну, давайте 61-й. Берем баллы. Давайте наймем. 60-го уровня здесь дракон. Ю-ху-ху. Ну, мне кажется, даже 65-й на все звездочки справится. Они даже не легендарные противники наши. Так, бррр. Чем ближе мы к вершине, тем ниже температура. Попробуем согреться в битве. Но это хорошее решение. С одного удара. Коральчик всего лишь, да, 60 уровня нас завалил. Так, ну это, понимаю, карта очень старая, да, никто не обновлял. Здесь уже у нас драконы же максимально 80 левел. Давным-давно пора бы карту обновить, дорисовать еще пару островов. Уже лучше, битва драконов заставляет сердце биться быстрее. Так, да. Ну, а мы еще, ребятки, на шаг ближе к нашей победе. Сколько у нас остановок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И на девятой битве мы та чудо-машина, которую хочет Генрих там воскресить, да? Ну, в общем-то, мы скоро туда доберемся. Также я еще... Давайте карту...
Отдалить, отдалить, отдалить. Нельзя отдалить дальше. Также я сегодня тоже повыполнял все задания, то есть все свитки, ух ты, какая масочка. Все свитки, все рудники, короче, я все позавоевывал. Это очень тоже приносит там, не знаю, надо посчитать, как-то можно, наверное, миллиончик можно лишний поднять за день, выполнив там десяток, два битв на карте. Все равно нам нужно выполнять наши задания, так что, ну, в общем-то, вот, ну, вот те вот битвы, где у нас свиточки и точечки подсвечиваются синими мечами, да, вот, ну, вот такие вот мечи, только синие, там свиток висит сверху. Вот, их нужно выходить, за них нормально денег дают. Так, а еще давайте заглянем, блин, я давно, несколько дней, может и неделю, Бриллиантовая лига 2. Бриллиантовая лига 2. Так, не туда, вот сюда. Так, Бриллиантовая лига 2 я здесь. Странно. Я не помню, я сражался, либо не сражался. Ну, мы как-то на таком месте хорошем находимся. Ладно, 40 уровня противника. Давайте сделаем 1-2 боя. С одного удара еще всех ложим, значит, все отлично. Мы были 114 и стали 116. Что за прикол? То есть, когда ты не заходишь, ты на месте стоишь, а когда зашел, тебя сразу подвинули. О, уже 90-е. Отлично. И еще давайте. Ну, пока что здесь проблем нет. Раз с одного удара. То есть еще следующую лигу тоже пройдем. Без проблем. Так, ну кто у нас по противникам? Изи-пизи. Ну, это вообще легкотня. Хотя нет, они на все звездочки тут заколдованы. Но это их не спасло, ребята. Так, ну у нас еще есть 2 дня. 60 уровень. Мы в первой лиге, да. Ну, можно попробовать чуть выше подняться. Ну... Такое есть. Награды очень низкие, чтобы стараться. Чтобы стараться очень низко. Так. Ну, мы были в этой лиге, да? Ну, я там был, когда мне были драконы. Вообще там 40 какого-то уровня все. А сейчас у меня 50 уровень уже у драконов. Так что мы ее должны пройти без проблем. Ну, и вообще-то и в третьей лиге я был. Вот мы должны, по идее, даже 3 лиги пройти. Ну, третью лигу будет там уже сложно, но мы должны будем ее пройти. Ладно, ребятки, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Удачки вам в лабиринте. Всем пока.